Дональд Трамп заявил, что не будет вводить в США режим ЧС прямо сейчас. Он рассчитывает, что Конгресс все же выполнит свои обязанности и шатдаун в стране закончится. Убытки от него за 3 недели приближаются к 6 миллиардам долларов. Это уже превышает сумму затрат на строительство той самой противоречивой стены на границе с Мексикой. Из-за нее демократы и спорят с Трампом. Тем временем благотворительные организации собирают продуктовые наборы для госслужащих. Ведь в вынужденном отпуске с конца декабря 800 тысяч работников. И зарплату в новом году они так и не получили.